Коронавирус, карантин, дистанционное обучение, цепочка слов, взаимосвязь событий. Одно вытекает из другого. Не было бы коронавируса, не было бы необходимости массово переходить на дистанционное обучение. Возникла ситуация, когда у нас реально нет выбора. Сейчас мы все учимся действовать в условиях кризиса, но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Как оказалось интересным фактом, в китайском языке слово «кризис» состоит из двух символов. Один означает «опасность», а другой – «возможность». Если задуматься и рассуждать как проактивный человек, то есть искать пути решения проблемы, для нас всех сейчас ситуация карантина и перехода на новый формат обучения дает много возможностей. Цифровой Казахстан сейчас это не просто проект, а уже настоящая реальность. Алматинский экономический колледж не исключение. Да, понятно, мы морально не были готовы к новому формату обучения, но планомерные действия администрации и преподавателей колледжа дали положительные результаты. Начнем по порядку. Вот уже завершается 4-я учебная неделя в новых для нас условиях. В начале каждый учебный день мы начинали с большим волнением. Все участники образовательного процесса, студенты, преподаватели, родители, администрация, IT-специалисты работали как одна объединенная единой целью команда. Какие шаги были предприняты для достижения данной цели? Первое. Были изучены особенности образовательной платформы Google Classroom для использования в обучении студентов. Были использованы ее возможности в практическом применении. Загружен учебный материал и методические ресурсы для эффективного обучения студентов. Второе. Была проведена разъяснительная работа с родителями по особенностям организации дистанционного обучения и были определены нормы ответственности за обучение детей между колледжем и семьей. Третье. Преподаватели Алматинского экономического колледжа на данном этапе осуществляют подбор эффективных методов и инструментов дистанционного обучения. Одним из них являются видеоуроки, вебинары. Видеоурок – это творческий продукт учителя, в котором преподавателям удалось отразить специфические особенности своих специальностей. Все уроки носят прикладной характер и способствуют развитию практикоориентированных навыков. Алматинский экономический колледж имеет свой YouTube-канал, Google Диск, где по каждой специальности сформирован свой каталог методических ресурсов, которые находятся в прямом доступе для всех студентов и преподавателей. Наиболее количество просмотров и интересов других пользователей вызвали видеоуроки преподавателей специальных дисциплин. Это связано с тем, что интересная и доступная форма подачи учебного материала позволила охватить большое количество аудитории. Помимо студентов, это фудблогеров, кондитеров, технологов. Интересны, содержательны, эффективны видеоуроки преподавателей социально-гуманитарных, экономических дисциплин. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Жұбан Молдағалиевтің өмірі мен шығармашылығы. Жұбан Молдағалиев. Возможность повторного просмотра урока повышает эффективность усвоения информации у студентов. Обширный каталог видеоуроков у преподавателей базовой подготовки и компьютерных технологий. В силу специфики своей специальности, их видеоуроки являются образцом и показателем цифровых образовательных ресурсов. Видеоуроки преподавателей физической культуры показали все возможности занятиям спортом и при формате дистанционного обучения. И в заключении совет всем нам, и преподавателям, и студентам, и родителям. Давайте попробуем в нашей ситуации использовать для выживания стратегию травинки, которая адаптивно меняется под воздействием шторма в разные стороны, но не ломается именно благодаря гибкой подстройке под обстоятельства. Научитесь искать возможности для решения проблем, а не причины.